Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня будет очень интересная тема. Сегодня я произведу обзор очень интересные туристические походные вещи. Это для охотников и рыболовов. Некоторые из них уникальны. Уникальные походные туристические вещи. Это нужно для походов, рыболовам, охотникам, туристический туризм. Советский туризм, туризм СССР. Давайте сейчас начнем. Я покажу все вещи. Некоторые вещи я даже не снимал обзор отдельно. Давайте начнем. Итак, давайте начнем. Тут посмотрите, великое множество вещей. Все даже не помещается на столе. Но начнем для походов. Походное. Я снимал, показывал. Я до сих пор пользуюсь на рыбалках. Это плащ-палатка. Я снимал обзор отдельно, как ей пользоваться. Буду сейчас показывать и убирать. Можно сделать с нее, это нужная вещь для природы, можно с нее сделать навес или надевать как плащ-палатку. Сейчас мы уберем. Далее идет у меня в мешке. Плащ-накидка. Вот такая вот советская плащ-накидка. Использую я ее даже зимой на рыбалке, когда сильный шквальный ветер. Эта плащ-накидка останавливает ледяной ветер, и все равно как-то потеплее. Даже зимой на рыбалке, летом на лодке, на всех рыбалках от сильного ливня она меня защищала. Плащ-накидка тоже полезная вещь, полезная туристическая вещь. Дальше давайте рассматривать будем, я буду показывать и убирать. Самодельные такие вот котелки. Тут посмотрите, я их вовсю использую. Тут можно скипятить чай, суп, котелок в котелке. Из нержавейки, я снимал про них обзор. Очень удобная такая вещь. Ну далее давайте начнем походный вот такой вот душ. Он с ценой, посмотрите, я буду просто быстро показывать, чтобы не растянуть. Далеко не все у меня части. Вот так открываешь, экономический, туристический, походный душ, чтобы помыться. Убираем. Далее, что мы? Не все фонари покажу. Конечно, были туристические фонари. Вот такой вот фонарь, налобный, водонепроницаемый фонарь. Тоже для туриста охоты, для туризма, охотника, рыболова, фонари, вещь очень нужная. Далее это, конечно же, вот такие вот туристические топоры СССР. Вот этот даже Made in СССР, Москов экспорт, новый экспорт, на экспорт даже делался. И такой вот туристический походный, нету крышки, нету лопаты, насадки многофункциональный, топор, стамеска, тут я тоже снимал обзор. Пила. Такие туристические походные топоры. Тоже вещь очень нужная для туристов. Далее. Ну, рыболовная, только самая такая туристическая. Такая туристическая походная донная удочка. Спиннинг интересная. Далее. Грелки каталитические, которые работают на бензине галош. Я тоже показывал. ИГК. И вот такая вот грелка каталитическая. ИГК-1. Я показывал отдельно, можете видео посмотреть. Вот это вообще как шайтан машина. Далее, опять же, фонари. Мне квадратные нравятся. Они, их можно повесить на веревочку. Они более такие. Другие фонари, этот индивидуальные. Повесить можно на шею, закрепить куда-нибудь на стену. Самое то для походов, для туристов. Далее вот такой вот керосиновый фонарь, тоже можно, летучая мышь, тоже можно отнести как туристический для дома и для туристов. Раньше, наверное, туристы тоже ходили. Ничего делать не надо, все очень просто, достаточно залить керосин осветительный и пользоваться даже на большом ветре. Вот такой вот керосиновая лампа такая. Дальше что мы? Дальше я покажу, все не буду показывать, покажу компасы. Компас азимут, конечно, компасы очень важны. И такой вот, вот такой вот с лупой, компас, планшет, сокол. Вот такие вот компасы обязательно туристу понадобятся.
Далее бинокль. Здесь бинокль Беркут 7. Здесь линзами такими, защищающими от солнца. Вот такой вот бинокль. Я тоже обзор снимал. Тоже такая достаточно полезная туристическая вещь. Далее, посмотрите. Ну, огромный рюкзак. Я отдельно сниму, конечно, про него обзор. Покажу вот такую вот бирочку. Что он вот. Видите, рюкзак универсальный. Цена 17 рублей 40 копеек. Но он стоит этих денег. Туристический вот такой вот огромный рюкзак. Я отдельно обзор про него сниму. Далее, посмотрите. Вот такая походная печь-щепочница. Кипятильник походный. Вот он. Я не буду открывать. Он новый абсолютно, запечатанный. Покажу такой же, который я модернизировал, использую на рыбалках. Вот, посмотрите. Немножко я его модернизировал. Тут фольгой обтянул. Здесь внутри тоже фольга, чтобы вскипятить все. И посмотрите, восковые свечи. Красота на рыбалочке. Здесь тоже на сухом горючем он работает. И в палатке на рыбалке вот такая печь-щепочница. Здесь я на восковых свечах у меня, я зимой использовал его на рыбалке. Вот такая тоже, это советская вещь, цена 3,50, походный кипятильник. Так, далее, туристический прибор, туристический, там паяльная лампа и к ней приставка, отдельно можете видео посмотреть. Давайте, ладно, я открою все-таки. Сегодня быстро все туристические вещи СССР мы показываем. Здесь смотрите, вот такая вот лампа паяльная и к ней вот такая приставка для приготовления пищи. То есть отдельно обзор у меня тоже есть. Здесь вот тоже инструментальный завод Витебск, где фонарь этот делался, прибор автотуристический, 5 рублей 30 копеек цена этого набора. Так, далее давайте всевозможные, туристам, конечно, нужны всевозможные фляги. Вот она фляга, здесь вот такая вот фляга. И далее вот для холодной воды и соков. Цена рубль 50, такая вот питьевая фляжка, пластмассовая. Фляги. Так, что дальше мы покажем? Я покажу туристические такие. Почему? Ну, они не туристические, но они мини. Вот такой вот спиннинг я показывал. Металлический. Туристический. И также дальше я покажу вот такая вот в чехле удочка мини. Она 4-метровая, но она, посмотрите, очень компактная. Это Полоцкий завод стекловолокна. Цена 11 рублей. Вот такой вот. Все, с рыбалки у меня очень много всего, но тут тема, чтобы слишком ролик не раздувать. Я покажу просто самое интересное, то, что ожидает вас в будущем на моем канале, возможно, подробно. Что-то я снимал. Далее посмотрите ножи. Это всевозможные я снимал. Это туристический вот такой вот прибор. Туристические приборы. Это 3 вилки, 3 ложки, 3 ножа. 3 стаканчика, не для кипятка только. Штопор. Вот такой вот интересный туристический набор. Самый настоящий для рыбаков, туристов. Самое то. Есть такие наборы. Сувенирный набор туристический. Такие же ложечки, вилочки всевозможные. Далее, конечно же, куча туристического снаряжения. Это всевозможные туристические ножи. Я все это все показывал. Нож туристический. Вот такой вот. Москва, который делится на 3. Все это куча. Это я все снимал отдельно. Просто для туристов тоже незаменимо. Всякие ножички, вилочки. Это все я показывал отдельно. Великое множество тут всевозможных туристических ножей. Для охотников есть, для гильз. И куча всего туристического тоже. Далее, термос. Я даже отдельно снимал обзор. Такой вот очень интересный термос. Цена 19,50. Тоже вот такой вот термос есть еще СССР. Цена 15,70.
То есть отдельно я сниму обзор, тоже они такие вот туристические термосы, это вот одного завода, который туристам, конечно, необходим тоже термос. Далее, такой вот, это Тиммет. Тиммет, тут посмотрите, ну, короче, посмотрите, три тарелочки, и здесь вот тоже для еды, для вторых блюд, я снимал обзор, тоже советская, очень уникальная разработка для пищи на 2,5 литра, цена 31 аж рубль. Тоже уникальная вещь для туристов, охотников. Самое настоящее туристическое снаряжение. Так, далее. Все, будем потихоньку лишнее убирать, чтобы ролик не получился очень длинным. Термос я все отдельно сниму на них обзоры. И далее остались у меня вот такой еще набор туристический, спиннинговый. Здесь посмотрите. Катушка Абалон универсальный, спиннинг турист так называется, и вертушки. Вот такой вот набор, тоже для туриста, почему бы и нет. Походный такой вот набор туристический. И далее, далее примусы. Примусы у меня никак руки не доходят. У меня есть, это примус Шмель 2. Примус редкий я взял, вот нашел на барахолке под восстановление. Это цена 8 рублей, ПТ-2 Огонек. Туристический примус. Дальше. Вот такой вот примус Эверест. Это вообще супер. Это самый что ни на есть. Я сниму обзор отдельно, запущу. Все это у меня работает. Здесь смотрите, что ни на есть туристическое снаряжение. Это инфракрасный нагреватель, который работает на бензине галош, на нем можно приготовить, вот тут вороночка есть, приготовить можно обед, и также можно обогреться очень сильно на рыбалках. Здесь смотрите, такие ножки, ручки его можно ставить боком. Как я говорил, Эверест, примус Шмель 2, вот такой вот инфракрасный Эверест. Здесь смотрите набор запчастей, вот снизу откроем, быстро пока покажу я. Дальше. Вещь достаточно сама по себе вот очень уникальная. Вот, он работает на бензине галоша, очень хорошо греет, очень хороший обогреватель. И дальше вот такой вот примус, он абсолютно новый, тоже никак отдельно я сниму его, запущу. Вот такой вот примус с документами, с коробкой. Вот такая вот ПТ-шка. Абсолютно новые тоже. У меня есть и не новые, несколько ПТ-шек, вот документы. Все полностью, посмотрите, все идеально. Можно сказать, коллекционная вот такая вещь, ПТ-шка. Все это туристическое. Все это туристические вещи для туриста. Вот такие вот. Дальше я еще покажу. Ну вот, шмели, никак руки не доходят. У меня все зипы, сальники, резинки. Я все сам вырезал. Куча всяких запчастей. Я восстанавливал уже, что-то делал. Вот такие вот туристические вещи для походов СССР. Рыбаков, охотников, туристов. Итак, вот такие вещи СССР. По поводу туристических шмелей, по поводу Эверестов, лучей, шмелей двойных. Их 4 шмеля было. ПТ-1, есть рекорд еще примус керосина, все это у меня никак руки не доходят. Я отдельно проведу обзоры, мы все это запустим, конечно же, все, когда придет время, вы увидите. Вот такие туристические походные вещи, это у меня далеко не все еще, они есть, СССР, очень достаточно интересные. Итак, а вы пишите в комментариях, что было у вас, я буду очень рад. А на сегодня все, всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся и ставим лайки, всем пока!